Всем привет, с вами Эдвин, вы на канале Мысли Геймица, и мы будем играть игру Warframe. Она игра бесплатная, на PlayStation 4 идет. Все спрашивают, что это, ты играешь в эту игру или нет? Ну, буду играть, посмотрим, что за игра, может даже есть сетевая игра. Я, честно говоря, не знаю, я играю вот в первый раз. Это стрелялка, мне кажется. Вон ружье вижу, самолеты. Так. Крестик. Нифига, даже загрузка такая, квадратик. Блин. Король. Наверное, это и он, Warframe. Главное этой игры. Только себя так сделал. Загрузка идет. Так. Так, шире. Есть. Нет, подожди, надо сделать. О. Все. Сделал экран. Нифига, планета какая у нас с пришельцами. Generations you've slept. No purpose, no call to wake you. But now, something has risen from the ruins of the old war. О, прилетаем в главную нашу базу. Что это такое? Похож на быка. Нифига. Пошли. The twin queens, the sisters, have sent their most beloved commander, Thor, on an urgent mission. To protect the twisted crusade they have begun. To transform the scattered colonies into an empire. To see that the ten elves, hidden and asleep, will never awaken. Они хотят уничтожить. Нет. Ух ты. А, это мой... Выберите ваш Warframe. Это за кого ты будешь играть. Вот первого включи. Допустим. Идеальный баланс между скоростью и силой. Эскалибур отличный Warframe для новичков. Да, я новичок, я буду за него. А дальше? Допустим, Мэгги. Имея полный контроль над окружающими магнитными силами, Мэг является экспертом в области манипулирования противником. Дальше. Вольт. Вольт создает и контролирует электричество. Этот костюм имеет сильные боевые способности. Он идеально подходит для тех, кто ищет альтернативу огнестрельному оружию. Да. Давай, наверное, ты Экскалибур будешь. Да. Новичок. Как раз я же новичок. Все. Wake up, Tenno. А, нас создали. Сейчас разбираться будет. I see the Lotus has tried to wake you. Pity she's too late. Это мы. Экскалибур. Замочит, наверное.
Ну, мы их замучим. Нас электрошокером. А, стоп. Не электрошокером. Чё делать-то? Нет, ты. Один крестик. Я понял. Так, иди сюда. О! Жизни. Прием. Курок можно делать, прикольно. Так, что это такое? А, бери. Взяли. Опа. Опа. Взял. Так, что это такое? Сразу выкинул такой, взял и выкинул. Прием. О. Нажмите L3 побежать. Ну, когда вот у него жмешь. Так, вот так обычно. А вот так со скоростью и прыжок. Вот, выберите так. Оружие ближнего боя. Меч. Ого. Я супер воин. Так, рух. На. Зачем? Хотя прикольно. Круг. А, подкат. На тебе. Там что, надо разбираться с кем-нибудь? Нет. Самолет. Опа. Так, это что это у нас? Оружие, да? Вот это и пистолет. А, лучше вот это взять. Понял. Нифига себе. Это у меня эти. Я могу кидать, да, получается? Да, это я могу кидать. Но у меня их не бесконечно. Так, это что это такое? Подберем. Так, стрелять. Понял. Целюсь. Попал. Все, замочили. Так, на, получается, нам туда. О, сверху можно так стрелять. Получай. Опа. Сюрикены. Так, а как поменять на меч? А, круг же меч, точно. Так, от них осталось что-то. Нельзя, да? А у нас тут еще и магия есть, я вижу. Куда нам идти? Не показано. Так, прыжок. 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 Может, все-таки туда идти? Так, что это такое? Могу понять. Вот, что-то такое странное. Пистолет, понял. Еще что-то. Ну, это я понял, кидать. Но они заканчиваются? Да, они заканчиваются. Лучше пистолет взять. Так, а что тут делать? Куда идти? Что делать? Я... Так. А... Понял. Так. Стрелять. Так. Дальше-то куда? Куда? Оттуда мы шли, значит, туда. Я лечу. Так, получается, они улетели, а нам-то куда? Может, в эту дырку? Salvage team, why have you not reported in?
А. Понял. Это что это? Можно подорвать что-нибудь? О, открыть. Патроны. У нас нога светится. Так. Откат. Take what you can. You will require resources to build yourself into a diverse and effective warrior. Подорвал, чё? А, ничего, что ли? Тоже подорвал. Это тоже надо? Это чё? А, это вот что-то выдаёт. Всё, вот так. А, ничего не делал. Побежали. Тынь-динь! Да блин, я прыжок хотел сделать. You made it. There's the extraction. Корабль. Сердечко. Ха. Подорвали. Опа-на. Это он. Вор. Капитан, треугольник. Если на... А! А! Так, как там вот, поменять? Хорошо. Вот. Ворует, наверное. Так надо как-нибудь его сразу замочить. Давайте, значит, на рукопашку пойдем. Так, меч. Побежали. На тебя с рукопашки. Где ты? Ова. Убил. Do that, and I will guide you to your old ship. А вот туда. That's your only chance. The queens want to destroy you, but I need to know more. Получай. Вот так вот она надо делать. Где он? А вот сюда надо. Так. Квадрат. Получай. А, всё? Понял я. Залезай. Нам туда. Да, я вижу. Так, подкаты сразу. Так. Получаем. Уровень у нас новый. Так, нам туда? А, нет. Опа. Сюда. Блин, а вот. Так, я его нашел. Все, подобрали. Получается, куда нам идти? А, вот он. Все. Подбираем. Подбираем. Ну, подбирай. Вот, да, сейчас закроет. Ну давай, давай быстрее. Ладно, так, что это? А, ты опять. Получайся. Так. Не понял. Двойной прыжок. Нажмите его в воздухе.
О! А! Еще раз. Надо как-то вот, знаете что? Вот так. Давай, лети. Ну, еще чуть-чуть. Так, получается. Раз. Туда. И два, наверное. Ты с другого места. Вон там. А вот. Так. Прыжок. Прыжок. Опа. Нифига, лук. И я тебе в голову. Замочу я его. Поняли, как надо. О, прям так жестоко взял ему. Подкат. Подкат. И в голову. Так. А, понял. Понял. А, все, у нас теперь два оружия. А, вон он. Вот так. Не попал, что ли? Ладно, побежали. There it is, your ship. Hurry. Vor's reinforcements must be on their way. А, вода нам не нужна. Опа. Спот, кого-то видели, как я ему взял? В ногу. А то он был большая шишка. Да блин. Где все? Вот тут большая шишка, да? Нет. Получай. По заслугам. Побежали. Давай, 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 еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть осталось, давай. Все. Сломал я эту штуку. Все надо целую кучу, говорят, сломать. The operator is in danger. I will need a few moments to cycle the engines. Умер. Enemy reinforcements are here. Ship Cephalon, we require immediate extraction. Опа. Всех такой с ножом, а чё просто? You cannot hide from these old eyes. I want you. You will return to me. Не понял. Где все? Да-да. Это еще. Сколько там вообще? Вот еще. А, да, ты бесконечно стоишь. Давай, открывай. Ну. Помню, что это фигня. Короче, их так бесконечно надо забивать. Не заткайте. Голову. А, теперь сбежать надо. Так, мы, кажется, прошли. Получается, мы прошли, я так понял. Все прошли в корабле каком-то. А, вот, уже написано. Бриз Вора.
Сюда нам спускаться. А, получается, это, короче, наш корабль. Ой, что это за девчонка? Разве? Это девчонка. О, смотрите, какой прием. Что делать-то надо? Куда идти? Что? И как? Такое. Arsenal management could be restored if the operator wishes it. Ладно, а нам туда. Открыть паруса, открыть паруса. Ух ты. Что это такое? You honor orders. Now I can supply the operator with better mounted firepower. А. О, прикольно, тут можно это зарабатывать. We need to figure out what Captain Vore has done to you and stop him. But we'll need help. I found a communication segment we might salvage for your ship. When you are ready, activate your navigation system. Лук, допустим. Vore is hoped the operator will punish the Vinir for dismantling it. Настоящих? Или... А, стоп, нет, вон. 3000, а у меня... Сколько-то надо, чтобы получить... Нифига, винтовка. А если самая последняя? А тут уже идет дробовик или базука. Понял. Так, дальше что нам делать-то? Или там еще что-то есть? Тоже покупать надо. Это что? А, всякой кунг-фу. Понял. Вот кунг-фу. А, не кунг-фу, это как лук буду держать. Вот, показывается. Как твой лук будет, ну, это способность делать. Вот, видите? Такое. Может, голову сделает. Затянет ему. Так, дальше куда нам? Сюда, что ли? Это что, чат? Приз. Приз вора. Это не приз. Так. Следующее задание. Дюн-дюн, 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 ды-ды-ды-ды-ды-ды-дам. О-о-о, спортсмен. Ну что ж, всем пока, с вами был Эдвин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.